почему-то долгое время думал, что Донецкая область для проекта закончится Святогорском. Но нет, я сегодня приехал в Славянск, а завтра нагряну в Краматорск. Всем привет, это программа «Украина без денег», и меня зовут Ярослав Гула. Ну что, подожди. Это просто потому, что меня тут уже ждут. Одну секунду. Да, я буду где-то минут через 2 часа. Хорошо. Ну что, Ярослав, добро пожаловать в Донецкую область. Сегодня я вам расскажу о своей поездке в Славянск. И с утра пораньше я отправился на встречу с новыми друзьями. Но об этом чуть-чуть попозже. Я почему-то очень верю в то, что Укрсолезница рано или поздно начнет меняться и будет делать добро для своих пассажиров. Потому что тут, например, на станции Славянск наконец-то проводится дорожно-ремонтная работа. Очень шумно меняют платформы, колеи, что там они делают, не знаю. Но если вы вдруг захотите приехать в этот город, то будьте готовы отдать 100 гривен по деньгам и 10 часов времени. Это если вы такой беднячок. Но если вы транжира, то добро пожаловать на Интерсити. Я отношусь к первой категории, поэтому без постели и в плацкарте по студенческому доехал за 40 гривен. На данный момент крайним пунктом на карте Укрзалезницы является станция Фенольная на Донецк, и если на Ватую поезда не едут. В Википедии черным по белому написано, что Славянск – этот город-курорт. Но судя по тому, сколько на вокзале мусора, я бы так не сказал. О, да я, честно, и не ожидал такого увидеть. Это уже 10 часов просто утра. Во всяком случае, в Славянске наступила весна, а это означает, что скоро солнышко заблестит, травка зазеленеет, птички будут петь, тюльпаны, ландыши и так дальше. Будем жить с вами от праздника до праздника. Сначала Масленица, потом 8 марта, после Пасха, Троица и круговорот, круговорот, круговорот от начала до конца. Ну, если вы захотите, приезжайте в Славянск. Правда, достопримечательностей тут не так много. И когда я приехал на вокзал, смотрю, храм. Почему бы его не посетить? Правда, там не фотографируйте, очень кричат. Проверим приветливость. Пойдем, пойдем, пойдем. И опять мусор. Ну вот такого я еще нигде не видел. Спустя 40 минут я наконец-то добрался до отеля и по совместительству редакции местной газеты. О, отлично! У меня взяли интервью, и где я даже чуток растерялся. Да, и поздравить с наступающим праздником. Какой у нас праздник? Международный день. Еще штука 3 марта. Длины дарите. Цветы, улыбайтесь, будьте яркими, позитивными людьми и настоящими. Вот это очень важно. Спасибо тебе большое, Ярослав. Мы всей редакции желаем тебе удачи в Славянске, хороших впечатлений и, конечно же, отличного выпуска. Ну а потом меня заманили в кафе. Еда! Еда! Люди Евро-Ю, после вокзала это самое лучшее, что может быть, бесплатно накормили. Ой, боже, я после дороги, голодный, поел все, что дали, супчичек, котлеточка, компотичек, блинчик, ой, я все поел, все, это было безумно вкусно. Ну а теперь вот так вот налегке, можно и по Славянску гулять, а то, блин, ноутбук. Деньги. Я оставил на незнакомых людей. Я по Украине, казалось бы, видел все, что хотелось увидеть и чего бы не хотелось. Но во всяком случае, когда я приезжаю в какой-то новый населенный пункт, я для себя лично открываю, что тут есть неподдельный характер, неподкупные эмоции и так дальше. В общем-то, душа.
А душа – это очень важно. Тут в Славянске проживает 115 тысяч человек, и поверьте, что кто-то злой, кто-то добрый, кто-то счастливый, кто-то угрюмый. Из вот таких вот маленьких частичек строятся целые города. Вот правда, он для меня пахнет 90-ми. Наверное, как и многие другие города нашей страны. Лихие 90-е – это времена, когда все хоть раз в жизни, но побыли миллионерами. Инфляция, девальвация, новые русские, новинки из Китая и песни Марины Журавлевой. Эх! Но тогда и рынок становился главным кормильцем семьи. Появлялись первые бизнесмены и предприниматели. А в Славянске эту тяжелую эпоху, но интересную эпоху, никогда не забудут. Вот вы будущее нашего города. Как, что бы вы хотели изменить? Как бы, чисто было. Чисто? А в Славянске грязно? Ну, бывает, да. Бывает. А какой район самый грязный? Вот она, правильная молодежь. Так, я сейчас топаю в местный краеведческий музей. Меня там уже ждет экскурсия, которая проплачена. Мне все расскажут, покажут. Об истории этого края узнаю чуть побольше. И пройдя где-то километр, я добрался до краеведческого музея. Первое то, что я увидел, это экспонаты, посвященные природе Донецкой области. Но я так и помню, это по Цветогорскому и ночью, это и филин, это и сову. За 47 выпусков проекта я побывал в 20 музеях, и в принципе каждый из них строился на историческом фундаменте, начиная с каменного века и до современности. Когда-то на месте Славянска была крепость Тор, которую заложили на соленых озерах, и поэтому долгое время город выступал как приграничный объект. Ну а когда пришли советские времена, то кулаков стали раскулачивать, власть попадала в руки простых людей, богатые сословия беднели, а в колхозы на картошку и буряки свозили пионеров и комсомольцев. В 1941 году началась война. Жители Славянска мужественно и отважно сражались за свою родину. Оформлено реально все очень классно. Дело в том, что у нас музей один из лучших в Донецкой области. Просто у нас материальная база немножко. Не так нас это. Там же все-таки Донецк областной город, это раз. Угу. А Мариуполь, там порт, денежки выделяет. А мы на копейках. Вот что продали, купили булавку, купили кусок бубали, купили спички, купили это какие-то прищепки там купили. А на больше у нас нет. Вот пасту и то покупаем. Кстати, чуть не забыл, расскажу-ка о славянской керамике. И многие даже не догадываются, какие умелые ручки делали чайный сервиз, который, может быть, стоит у вас на столе, но правда очень дорогое удовольствие. Добро пожаловать на славянский курорт. Странно, но славянский курорт славится на всю Украину, и даже люди приезжают из-за рубежа сюда. Но когда они выйдут из маршрутки, из такси, неважно, и увидят кучу мусора, собаки бегающие, это непростительно. И, между прочим, можно купить приветливость, улыбнуться, ресторан какой-нибудь, сфера услуг, достопримечательности, если они есть. Но вот чистоту в городах никогда. И ни одна телекомпания, ни одна редакция, ни одна газета мне рот не закроют. Я хочу, чтобы в моей стране было чисто. Это мой авторский проект. Я имею право так высказываться. Почему бы и нет? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы сами мусорим, сами не убираем, сами потом жалуемся. Вот тебе и замкнутый круг. Каждый отдыхающий на Славкурорте обязательно посещает бювет, где разливают минеральную воду. А мне первое, что в глаза бросилось, то это ветхое состояние здания. Ой, неужели тут все так плохо? Я вот чувствую, что этот парк где-то к середине весны преобразится. Сирень зацветет, тюльпаны, позже розы. Эх, люди побегут на озера, грязью будут мазаться, выздоравливать.
молодиться, крепиться. Но я этого не увижу. Что я не увижу? Просто тут меня не будет. Я буду в другом городе. Вот и все. Ну а теперь, наверное, самый такой вот нестандартный момент программы. Я буду поселяться в отель. Честно, я никогда ни в гостиницах не ночевал. Ни вообще у меня такого в жизни не было. Поэтому я даже не знаю, как себя вести, что нужно делать. Я буду рад куточку на коврике, как та собачка, потому что привык к вокзалам, и большего мне не надо. Тут никого нет. Так, чё-то я не понял. Здесь Ярослав вернулся, и нам его теперь надо поселить. Ага, все. Так. Что мне нужно? Паспорт? Надо же было мне сказать. Ага, паспорт, что? Ну, вот забронировали. Сейчас. Пожалуйста. Скажу. Это, смотрите, пароль Wi-Fi без пробела вот здесь. Ага. Проходите сюда на второй этаж. 210 номер. Ага, спасибо. Все забронировано, все честно. Поднимаемся. Ну, здравствуй, богатая жизнь. Ну вот он, момент истины. Это что, люкс? Комната жилая. Ребятки. Ой, тут, наверное, нельзя ступать в обуви. Я с непривычки просто. Извините, тут есть свой туалет, а у меня общага. Боже, если у меня была бы такая общага. Это все мое. Это все без кондиционер. На кого я похож? О. Это была комедия. Я раскрепостился не на шутку. Одиноко мне в Славянске, одиноко. И дал такую жару, что ой. И была там. Спокойной ночи. Где-то 10 и скоро чекаут, следовательно, пора валить. Потому что ночью прошел дождь, и со своей дорожной сумкой я чувствую, дойду до первого стола. Кстати, знаете что? Я вчера ночью лазил в интернете, и я узнал, что цена этого номера 510 гривен. Как моя стипендия прямо, которой нет. На всю улицу играют песни Сиси Кэтч, а я иду на автовокзал. Ой, впереди тяжелый денек. До автостанции идти недалеко, а там меня уже ждет маршрутка Славянск-Краматорск. Эти два города находятся совсем рядышком, поэтому добраться на место можно где-то за 20 минут. Казалось бы, только вот Славянск заканчивается, а тут уже Ясногорка и Краматорск. Вот и приехали. Знаете, я в жизни многое видел, но вот такого пошарпанного, обдряпанного, обкоцанного вокзала еще никогда. Такое ощущение, что тут самым популярным словом является ремонт. Его ждут больше всего. Страшные стулья, трещины в стене, пустота. Ужас, которого никому не пожелаешь. По-моему, если в Славянске 90, то в Краматорске 70-е, 80-е. Город, точнее автовокзал, дальше не движется.
Учитывая, наверное, тот факт, что время программы «Украина без денег» является ограниченным, я на полноценную проверку Краматорска решаться не буду. Это будет как дополнение к общему выпуску. Во всяком случае, тут проживает 160 тысяч краматорчан, и большая часть рабочего населения занята в тяжелой промышленности. Всем известно, что в этом городе проблемы с экологией, и такая цена платится за то, чтобы в нашей стране были подъемные машины для шахт, буровые установки и колесно-токарные станки. И помимо этого, тут еще добывают мел и глину. Краматорск – это очень молодой город, ему почти 150 лет, поэтому уникальных исторических достопримечательностей тут практически нет. Погода до ужаса портится, и единственное, что я могу точно оценивать в Краматорске, это чистоту в центре города, и когда я ехал в автобусе, то есть закон наблюдал, на тротуарах не так много мусора, поэтому плюс-минус. Помимо промышленности, тут также известна тонкая ювелирная работа. Ведь 10% украшений на экспорт сделано именно в Краматорске. Да-да, дорогие милые девушки. Ну а погода, по-моему, сошла с ума. Дождь, ветер, камера намокла. Думаю, пора закругляться. Риск – это дело благородное, но стоит оно сейчас $500. Угу, уезжаю в Киев. Сегодня я буду оценивать только Славянск, ибо этот город прошел проверку в традиционном стиле по 5 критериям. Поехали. Транспорт – 5. Добираться удобно, прямые рейсы, интерсити в пути – 6 часов. Достопримечательности – 4. Это в относительной характеристике с другими городами Украины. Чистота – только 2. Город очень грязный, мусора на улицах много, вы все сами видели. Приветливость – 5. Тут живут добрые и отзывчивые люди, во всяком случае, такие попадались на моем пути. Сфера услуг – 4. Указателей для туристов нет, дороги немного разбиты, главная гостиница плюс, рестораны и городской транспорт плюс. И таким образом, средний балл для Славянска – твердая 4. А краткость – это сестра таланта. Большое спасибо за теплый прием. Дорогие любимые зрители программы «Украина без денег», большое вам спасибо, что вы сегодня посмотрели видео о Славянске и Краматорске, двух городах из Донецкой области. Я очень верю в то, что когда-нибудь с этих земель уйдет словосочетание «зона АТО». Тут будет царить мир, добро, гармония, любовь, порядок, ну и чистота. А чистота – это, поверьте, очень важно. Это программа «Украина без денег», и меня зовут Ярослав Гула. Мы с вами встретимся совсем скоро.